Добрый день, уважаемые дамы и господа. Практически могли бы конференцию вести на литовском языке, как я понимаю. Очень мало не хватает для того, чтобы на самом деле эта конференция была бы литовской. Как бы литовский язык был бы самый главный. Но так как мы находимся все же в России, в доме Юргиса Балтушайтиса, я сегодня утром, когда ехал сюда на конференцию, на открытие конференции, подумал, что 100 лет назад, в 18 годах, в этом месте, значит, Юргис Балтушайтис собирал элиту интеллектуальную того времени, серебряного века. Здесь были и Марина Цветаева, и Бальмонт, и Пастернак, и Шагал, и Добужинский, и многие-многие интеллектуалы того времени. То есть эти стены очень многое слышали и видели. Итак, знаете, вы мне тоже тот элит сегодняшней России, сегодняшнего мира. И это очень приятно, что эти стены продолжают эту традицию. И мне особенно, лично мне приятно находиться среди таких светил, как вы, потому что это большая энергетика, которую вы вместе, как это сказать, генерируете здесь, в этом здании, и оно светится. Вы намолены это здание уже 100 лет назад, но вы продолжаете намаливать, как там, намаливаться, да, по-русски? Вот, и это очень приятно. И на самом деле, я буду очень краток. Если, значит, когда у вас будет кофе-брейк, то вот смотрите, там комнатка с правой стороны, вот, там можно открыть двери и попить кофе и чай, и даже будет немножко, там пару конфеток. Так что, вот если что, вот там, в той комнатке. Все там вот комнаты другие, чисто это организационно, только я думаю, что все практически знают это знание, да? Мужские, дамские комнаты с левой стороны, вот, так что, чтобы были бы комфорт, был бы. Вот, никто вам мешать не будет, все будет очень тихо, значит, и спокойно, поэтому я думаю, что вы очень хорошо вслушаетесь в доклады своих коллег, вот, а мы просто будем помогать, как только можем, чтобы вы чувствовали себя комфортно и как дома. И поэтому разрешите мне пригласить на принцип слова директора Института лингвистических исследований РАН, академика РАН, Николая Николаевича Казанского. Дорогие коллеги, мы сегодня собрались по совершенно замечательному поводу столетия Греймаса. Человек, который, может быть, напрямую на русскую культуру влиял не так сильно. Но вот вчера во время презентации ни разу не прозвучало о влиянии Греймаса на именно русскую культуру. И, наверное, будет правильнее сказать вот несколько слов именно об этом. Для людей моего поколения в то время в Институте славяноведения и балканистики тогда, там, где работали и Вячеслав Всеволодович Иванов, и Владимир Николаевич Топоров, присутствие на конференциях, которые проводились в достаточно узком кругу, было как глоток свежего воздуха в вполне затхлой атмосфере. И во многом это было благодаря тому, что сделалось Греймасом. Я думаю, что вполне правильно будет упомянуть о той перекличке, которая наблюдается между одной из первых работ Греймаса, посвященной французской моде 1830 года, и работу об этикете, которая входит в классику работ, как теперь принято называть это, московско-тартусского семиотического круга. Я имею в виду знаменитую статью Татьяны Владимировны Цыган. Вот эта живая атмосфера, которая связана была в первую очередь с изучением культуры
без хронологических по-настоящему границ. Потому что каждая конференция начиналась с докладов Вячеслава Всеволодовича Иванова, посвященных обязательно хетскому материалу, и, соответственно, со второй, вот с середины или даже с начала второго тысячелетия до новой эры и до современности, вот это была та площадка, о которой то время, те хронологические рамки, в которых проходило обсуждение. Наверное, было бы правильно упомянуть, опять же, вчера не прозвучало ни разу имя Фердинанда де Сосюра, о том, что истоки семиотики, вот поиск чего-то глубинного в человеческой культуре, того, что не лежит на поверхности, то, что предложил Фердинанд де Сосюр, которому принадлежит, собственно, и термин семиотика. Его зять впервые этот термин ввел в перечень наук, как известно. И не случайно это был именно зять Фердинанда де Сосюра. Здесь, благодаря трудам Греймаса, эти семиотические подходы получили более широкое, не ограниченное уже только языковыми структурами воплощения. Тем не менее, и опять же об этом надо упоминать, в те же самые 60-е, 70-е годы получило и продолжение исследований Греймаса в области чисто лингвистической. Наверное, необходимо также напомнить о работах Греймаса в области лексикологии и лексикографии старофранцузского языка. И обязательно нужно сказать о семном анализе. Это страница русской филологии, которая забыта абсолютно. Если я сейчас обращусь к присутствующим и попрошу спросить, кто может рассказать про профессора Ваксмана, то я боюсь, что никто этого имени не назовет. Между тем, в 70-е годы в Калинине, теперешней Твери, проходили конференции, посвященные специально этому направлению. И это направление было распространено среди тех, кто занимался в первую очередь романскими языками. Я вспоминаю при этом Милютину Александру Бородину, с которой вместе имел удовольствие работать в Институте лингвистических исследований, и ученики, которые принимали обязательное участие в этих вот калининских конференциях. То есть на самом деле мы, хочется вспомнить Пушкина и сказать, ленивые и нелюбопытные. На самом деле влияние Греймаса было уже при его жизни. И не только те лекции, которые он читал в Вильнюсе, но здесь это было, мне не назвать ни одного имени специалиста, который бы специально поехал в Вильнюс на лекции Греймаса. Я просто не знаю, сам, к сожалению, не был. Но это важное на самом деле для мировой культуры явление. О том, насколько это важно для всего мира, вчера говорили, может быть, не упоминая только о Турции и других экзотических странах, где Греймас преподавал, но мне кажется, что очень важно подчеркнуть, что уже при жизни Греймаса его идеи были важны и для России. И поэтому мы с пиететом и с благодарностью вспоминаем его работы и его стремление найти что-то глубинное, что не лежит на поверхности, что позволяет осмыслить человеческую культуру в целом и в ее каких-то важных основах. Идет ли речь о том, как мы описываем эту культуру, я имею в виду тот цикл работ, который посвящен эротологии, или же речь идет о
в глубинах самой человеческой культуры. И я не могу не выразить благодарность и посольству Литовской Республики, и всем, кто откликнулся на эту конференцию. Это на самом деле важная веха в нашей интеллектуальной и, в первую очередь, конечно, лингвистической и научной вообще жизни. Благодарю за внимание. В литовском сознании Айвидас Юлиус Греймас существует как минимум в двух ликах. Как семиотик, основатель парижской семиотической школы, и как мифолог, исследователь старых верований. На самом деле, семиотическая теория Греймаса и его мифология – это два параллельных пути, дедуктивный и индуктивный, создания одной и той же дисциплины. Семиотическая школа Греймаса сформировалась в середине интеллектуальной жизни Франции. Свои научные статьи он писал на французском и, подписываясь, офранцуживал свое второе имя – Альгердас Джулиан Греймас. По-литовски это Альгердас Юлиус Греймас. А к литовскому читателю в исследовании мифологии, в своей литературной и политической эссеистике, которая за пределами Литвы мало еще известна, но сейчас во Франции выйдет перевод его эссе, написанных на литовском языке, статья о литературе, о политике, появится уже в конце мая. Так, для всех, кто интересуется Греймасом, это, по-моему, будет открытие. Ну и он писал эти труды на литовском и на родном языке и подписывал своему литовскому имени. Сам Греймас эту ситуацию называл шизофренической и в географическом, и в духовном смысле. Он полагал это существованием двух культурных миров, существованием, в котором один дополняет и одновременно противоречит другому. Семиотика Греймаса поднимает вопрос смысла, о том говорил уже академик Николай Николаевич, вопрос смысла, как он возникает и как моделирует нами воспринимаемый мир. Вместе с понятиями элементарной социальной структуры, семиотического квадрата, нарративной грамматики, одним из важнейших оказывается инструментальное понятие генеративной перспективы, паркурующий нарратив. Это теоретический жест, создающий гармоничное целое из отдельных уровней значения. И наряду с уже описанными уровнями здесь предусмотрено пространство и для тех, кто еще нуждается в исследовании и описании. Это напоминает модель биологической метаморфозы, когда возникающие новые формы не отрицают возникших ранее. Не случайно ученик Греймаса Эрик Ландовски, написавший введение к переводу структурной семантики на литовский, назвал основателя французской школы семиотики бабочкой с ликом Яноса. Бабочка отличается от куколки и тем более от гусеницы, но окончательные формы ее существования не противоречат начальному, она лишь актуализирует то, что было потенциально. Греймас называл свою семиотику не наукой, но научным проектом, подчеркивая преемственность исследований и предлагая семиотическому сообществу участвовать в коллективном творчестве. На семинар семиотических исследований, которым он руководил, приезжали участники со всего мира. Каждый участник, согласно своей специальности, подбирал соответствующую модель общей теории, возвращался в свою страну и там, в свою очередь, развивал семиотику Греймаса. После этих визитов во всех странах, где она приезжалась, в Италии и Франции, в Бразилии и Мексике, Корее и Марокко, список можно продолжать, уже выросло третье поколение ученых. Продолжая парижский семинар, ученики Греймаса и дальше руководствуются выделенными им
уровнями венеративной перспективы, исследуют структуры и планы окружения, семантические практики, семантические объекты, типологию выраженного смысла и так далее. Основная задача, стоящая перед семиотикой Гримаса сегодня, заключается не в том, какие ответы она может предложить. Основной задачей является выбор направления дальнейшего развития, а его целью – поиск ответов, способных убедить другие дисциплины. А для этого необходимо заново очертить семиотический метод, оглянуться на забытые, вытесненные и абсолютно новые проблемы. И хочется надеяться, что эта конференция, участники которой представляют разные направления исследования смысла, станет плодотворным диалогом с научным наследием Альгердаса Юриса Греймаса или Альгердаса Жильяна Греймаса. Спасибо за внимание. Дорогие коллеги, мне очень приятно приветствовать вас и присутствовать на первом дне, по крайней мере, потому что я должна буду потом уйти от имени французского посольства, от имени центра, которым я руковожу, центра франко-российских исследований в области гуманитарных и социальных наук, и от моего личного имени. Я очень рада, что состоится такая конференция, посвященная такому выдающемуся ученому, человеку мира, литовцу, французу, в общем, который всю жизнь, как я уже сказала вчера, ну, искал смысл, и как смысл вообще выражается во всех явлениях культуры и вообще нашей жизни. Так что я очень, я недолго буду говорить, я думаю, что гораздо интереснее услышать научные доклады, так что я желаю вам очень плодотворных дебатов, и я очень рада, что услышу скоро, сейчас первые выступления. Все. Ну, значит, мы в центре мировой культуры находимся, поэтому я думаю, что если прозвучало французское слово, а сейчас прозвучит приветствие, видео-приветствие руководителя Центра Балто-Славянских исследований Института Славяноведения РАН, директора Института мировой культуры МГУ Вячеслава Всеволодовича Иванова.